Всем привет! Вы на канале Наш Цук. И сегодня у меня вот такие шопкинцы и ходильник. Ух ты! Какие шопкинцы? Будем открывать. Ну давай, вот такая коробочка у нас. Какие шопкинцы, шопкинцы, шопкинцы. Там-та-да-дам-там. Так, ну что, давай будем открывать? Прям отрезали коробку. Так, достаем. Вот тут еще корзиночки идут. Давай я буду доставать. Сейчас я тебе чуточку помогу. Ага, шопкинцы, ну вылазьте. Они что, тут привязаны, что ли, с этой стороны? Наверное, привязаны. Вот! Так, что у нас тут есть? Давай будем смотреть и будем уже раскрывать. Две корзинки есть! Холодильник, яйца, бутылочка! Какой-то стакан. Ну что, Коль, давай доставать все это добро. Да. Тут еще какие-то вон штучки есть, записи, что ли. Ой! Так, Котя, вот тебе какой-нибудь стакан. Стаканчик. Ой, какой-то стаканчик. Это, наверное, для льда. Так, снимаем эти все резинки. А я буду дальше, мама. Хорошо. Так, дверь у него закрывается, да? Наверное. Так, снимаем резинки. Привет, ребята! Мы открываем наш. О, у тебя свинка Пеппа, как всегда. Свинка Пеппа в курсе всех событий. Что это такое? Ага. В общем, давайте мы чик, вот это все разрезать. Будем вот тут мямлиться с ними, да? С этими резинками. Отдайте нам наш холодильник! Мне надо вот на холодильник. Так. Ой, о, дверь работает! Так. Сейчас. Ах, они его тут закутали. Смотри, зайчик. О, ящик уже вывалился. Сейчас, зайчику, посмотри, как он тут закрытый. Это же... Так, что это у нас тут? О, для льда! Вот это класснючий холодильник, зайчику. Вот это класснючий холодильник. Так, что здесь у нас еще мешает? О, посмотри. Мачка спит. Чик. О! Так, сумочка. Так, я сейчас тебе его освобожу от этих штук. Резиночки. Сейчас, зайка, да, сейчас открою. Вот это. Достаем. Так. Куалки какие! Так, что это у нас тут? У нас тут какая-то содовая пироженка. Коль, ты знаешь, как они все называются? Содовая. А что она делает? Она смеется. Так. Ну, вот, собственно, ребята, вот на... Ой. Полочка, ты куда? Я ходила погулять. Ходила погулять? Так, а лед у нас... О, а где сам лед? У нас же был куб... А у нас что, нет? Это сюда ложить, и будет вываливаться лед. Вот, открывается дверь, жмем на кнопочку, и падает лед, да? Сюда стаканчик ставим. А ну, стаканчик не вывалится? Не, у него не хватает вывалиться. А, вот сюда вот подставляем стаканчик. Сейчас, давай, я уже яйца достану. А яйца как достать? Они пошли. О, смотри. О, а, 6 мини-яичек. Да. Так, давай, сейчас мы как резинки надо снять. Давай, уже запаковывай холодильник, у нас продукты сейчас испортятся. Так они еще и достаются поштучно, вот это крутяк. Так,
Какие они смешные! О, так, ой! Каждое такое интересное! Одно кричит, второе смеется. Какие они классные! А что оно вот так вот? Вил-вил. Веселые яйца! Смотри. Чик-чик-чик-чик. Прям у них качеля какая-то. Чик-чик-чик-чик. О-оу. Убежала наша одна яйца. Класс. Давай, куда там поставить? Ой, волки, ты разобрала холодильник, зайка. Так. А куда вставлять холодильник? Куда вставать стаканчик? Так, куда тут полку нашу ставить-то? Ага, вот сюда. Вот, так. Ой, какие милые корзинки. Вот такие корзиночки еще есть. Пустые, правда? Так, друзья, ну что, показываю вам наш холодильник. Открываем дверцу. Чик. Тут у нас яйца катаются. Две полочки есть. Выдвигается ящик для овощей. Так. Так. Закрываем. Тут у нас для льда. Нажимаем кнопку, чтобы у нас лед высыпался. Так, и вот еще один есть ящичек снизу тоже для чего-то. Вот такой, друзья, холодильничек Шопкинс, так? Ребята, а еще у нас есть вот такие наклейки. Да. Наклейки Шопкинс. И сейчас Настюшка расклеит наш холодильник. Такими красивыми наклеечками. Класс. Клубничка, мороженка он, кола. Яблочко, боже, желейка, классные наклеечки. Да, зайка? И две корзинки тут шло. Две корзинки. Шопкинс. Да? С чем у нас тут? О, какой десерт у нас. Десерт. Десертик и содовая. Вот, вот такой, ребята, у нас сегодня был холодильник Шопкинс. Давай яйца. Давай яйца. Я засыплю в холодильник. Это все? Так. А, они сразу могут выпасть. Они же мелкие. Ну, давай. Вот. Чик. А теперь, ребята, ну что, по яичку? Как классно, яйца набрали. Друзья, клеим яблочко. Давай, куда ты хочешь? Яблочко. Что тут у нас еще есть? У нас тут есть еще кола. Ой, желейка. Смотри, какая желейка классная. Тут у нас еще есть мед. Можно я баночку меда наклею вот сюда? Так. А еще, что это у нас тут какое-то? Вот это можно сюда на маленькое наклеить. Класс! А здесь какие-то вон сердечки из пироженка. Давайте тоже возьмем. Клей его, наверное, сюда. Ровненько. Да, вот. Пирожное, какой веселый холодильник. А тут еще есть у нас сердечки, яйца есть. Хочешь яйца наклеить? О, вот у нас снежинки. Снежинки мы наклеим вот сюда. На морозилку. Снежинки наклеим на морозилку. Уа! Там холод, да. Как у нас на улице? Да, на улице холодно. Весна была пару дней, и все, теперь холодно, ребята. Знаешь, куда мы наклеим?
яйца, веселые яйца. Хочешь наклеить? На, вот туда же клей яйца. Где твое яйцо? Только посерединке куда-то. Давай покажем нашим ребятам. Вот куда-то вот сюда. И еще одно. Класс. А, о, еще маленькая есть. Можем ящик обклеить звездочками. А маленькую клей вот сюда. И еще одна есть. А одну вот сюда. И вот сюда. Это очень красиво. Ребята, какой веселый, красивый холодильник. Тут у нас есть список. А куда мы список наклеим? Сбоку, может, где-то? Нет? Ребята, тут вот список даже есть. Список. Вот. Тут у нас будет список. Ну что, ребята, вот такой у нас был сегодня видеообзор про холодильничек. Ребята, шапкин, тут подгорелось. Подгузник. А что там еще есть смешно? Баранки горят.